Нет, машина не въедет. Ну что, приехали мы в интересное место. Называется это место. Вот как. Сёмушка. Держись, Семёна. Вязынка. Вот. Купаловская мемориальный заповедник. Здесь Купаловский. Держи за руку. Прохор очень думал, что мы можем вот здесь проехать на машине. Если бы этого столба не было, Прохор, это была бы другая история. Но здесь машина... Машина здесь, мы не можем спилить. А если столб, мост не выдерживает уже, а? Вот красивый мост. Смотрите, река. Там собака большая. Ага. Держись, Прохор. Сёма, держись за руку. Давай мне руку. Давай ручку. Пахнет. Смотри, здесь между прутом второй мост. Вот потом у мосту, видимо, ездят машины. Видишь? Видимо. Видимо. Здесь мотоцикл поставили. Мотоцикл за нами. Да, здесь красивые места. Здесь фотографируется. Машина сзади едет. Ну и сюда. Вот. Смотри, здесь даже этот замочек есть. Свадьба сюда приезжала. У меня длинное платье. Совсем длинное. Мне совсем как-то по лужам ходить. Я чувствую, что оно... По полу. Сёма, стой! Сёма, Прохор! Посмотри, что ты сделал. Ну, а я так не могу. Хорошо, что там не прошел. Да. Пошлите смотреть. Вот мы пойдем туда смотреть. Смотрите, дорога идет налево. И дорога идет прямо и направо. Все, Прошка, давай почитаем, что здесь написано. Прохор! Прохору неинтересно. Вот, видите, Прошка! А здесь вот как. Мемориальный заповедник. Здесь есть первый памятник. Вот мы его... А, памятник мы даже не видели еще, видите? Здесь много чего интересного. Я сфотографировала река, канал Минско-Вилейской водной системы. Ага. Видите, даже на нескольких языках. Служебное помещение, свиран, реконструкции будинок, початок, начало 19 века. Мне нужно переводить. Памятник Янку Купалу, скульптура 90-х годы. Мои мальчики бесятся. Дай я прочитаю стихи. Я тут бачу свой край. Поле, речку и бор, свою матку, землю, Беларусь. Красота. Красота, такой камень большой. А что вот этот? Вот этот камень выше моего роста. Это однозначно. А, здесь ничего, видите? Поле, здесь все ухожено. У нас, кстати, здесь прошел дождь, у нас дождя не было. Вот, у нас жара стоит, но я даже Семену взяла кофточку легкую. Так, папа с нами отказался ехать после трудового дня. Ленивый он у нас, сказал, что... А там он что-то... Сказал, что 39 градусов сегодня показывала у него борт в Минске. Да? Не забросил, закончил. У Прохора закончился лагерь сегодня. Вот. Последний. Сюда много людей приезжают и гуляют просто. Сюда приезжают как 3 человека. Ну, 3. Там машина стояла. Мы приехали, вторая машина. Мотоцикл. Да. Пока никого. Но я знаю, что здесь красивые фотографии делают. Держи, его не надо бегать. Плитка такая. Давайте я вас сфотографирую лучше. Красавчики. О, мои, смотрите. Семушка, ты классный тоже. Прошка. Прошка классный. Майку только вымазал немного. Красавцы вы мои. Один красненький, один синенький. Аккуратно, не скачи, упадет, будет реветь. А, там еще с металлоискателем, что ли? Да. Но с металлоискателем у нас нельзя ходить. Нет, там открыто. Это специально, чтобы машины не ездили. Специально такие штуки сделаны. Сына. Смотрите, какая елка. Мальчишки мои. Прохор не хотел ехать изначально. Смотрите, знаешь, что мы здесь... А, здесь не металлоискатель. Ну, тут тоже записывает. Да, такой же, как я. С палкой.
прекрасно. Красоту фотографирует, записывает. Оп, оп, оп. Мальчишки, видите, здесь ухожено, пострижено. Сейчас вон там что-то написано, наверное, что эту елку большую садил сам Янка Купала, наверное. Лягушка! Не надо, ты что? Я от лягушки могу и телефон уронить, да. Сына. Нет, держи сам. А что ж тут написано, интересно? Ой, ты пойдешь почитаешь? Да. Аллея посажена. Короче, посажена аллея, посажена спасателями. А, вон кладбище там, видите еще? Мама! Угу. Мама! Да. Шишка, да? 5 лет назад это все да? Посадили. А. 5 лет назад. Ну, аллея как бы, аллея слабоватая. Ёлки, Прохор, Демён! За руку! Очень опасно здесь. Ой, мы где-то фотографировались. Сёма, бери за руку, Прошка. Мне все, надо перестать снимать, потому что мои бесятся. Смотрите, какой мост красивый. И я знаю, что мы фотографировались как-то вот типа такого дерева. Можно взять за руку Семёна? Здесь очень опасно. Надо за руку. Но была суша. Может быть, воды меньше было, либо это еще есть в других местах. Видите? Ой, прям как в Прохор, как в сказке. Не бросай, Сёма, стой, 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 я боюсь. Всё, как в сказке болото, да? Да. О, и птички поют. Все, Прошка, не нагибайся, а то я боюсь. Видите, какая красота? Ах, падаю! Прохор, она шатается. Идем из тишину, птичек слушая. Блин, а где же мы фотографируем? Сёма, не ходи туда. Сёмёш, пошли по дорожкам. Пошли, Сёма. Вон там дачи уже видны. Видите, у людей здесь дача, оказывается. Вот это природа, лес. Ну и вот домики начались. Пойдем смотреть домики. Сюда ездят экскурсии целыми автобусами. У меня велосипед стоит. Но сейчас, конечно, время не то. Пошли, пошли. Кто-то ухаживает за этим всем. Видно, что цветы вот посажены. Ну что, пойдем смотреть? Так это чужой дом. Ну, пойдем почитаем, чей дом. Сейчас почитаешь, ты у меня читать умеешь. А читать? Конечно, там будет доска специальная. И на ней можно вот прочитать. Вот домик. Какой красивый. Красота. Но. Каштовный. Историко-культурная каштовность. Каштовность – это ценность. Историческая культурная ценность Республика Беларусь. Купаловский мемориальный заповедник Вязанка, 19-й год. А вот Янка Купала, народный поэт. Во! Янка Купала, народный поэт Беларуси. 25-го червеня 82-го года. 25 червеня, это 25 июня. Июня это, да? Да. А сегодня 24, да? Да. Блин, почти мы в день приехали. У этой хати завтра народился Янка Купала, да. Завтра у него день. Народ, да. Да. Мы приехали. 38 лет. Сегодня же 24, завтра 35. Какой 38? 1882. Умер давно. Историческая ценность. Вон там, видите, в домике можно увидеть, там что-то стоит. Сундук. Вот, пожалуйста. Выставка, видишь? Да, есть тут выставки, бывает, но не сейчас. Все это под сигнализацией, конечно же. Там еще какие-то хатки. Так, пошли-ка со мной. Иди сюда. Сына, иди сюда, сфотографирую. Да, становись. Я пофотографирую. Вон с детьми играют, много тут. Колодец. Вот какой. Потом. Давай будем фотографировать. Крыльцо классное, да? Да. Ага. Так, ну что, красиво стали?
мои красавцы? Да. Вот здесь вот встаньте, мои хорошие. С детками тоже гуляют. Ой, так что вы-то? Вы по сравнению с этим зданием такие малюпасы. Да. Ой, робот, молодцы. Во, какая дорожка. Ничего тут, плитку не укладывали. Сёмушка, что такое? Пошли. Пионы, цветы пахнут. Пахнут вам цветы? Наверное, вот эти желтые, наверное, пахнут, мне кажется. Так сильно. Ну, какой дом. Смотрите, какая крыша. Все старенькое. Скамейки мне очень там понравились. Ну что, Прохор, что это? Как ты думаешь? А, это чтобы набирать воду. Да, и такой бусел, видишь? Да. Ой. Да, это колодец и такая мам, система. Знаешь что? Мам, сейчас такой падает. Чтобы опускать, руками так брали, опускали, ведро цепляли и опускали прямо в колодец. Туда лазить нельзя. Я думаю, что там закопано, конечно, но тем не менее, не надо. Вон сторож, кстати, тетя тут сидит. Мама, видишь? Мам, мама, ага. Пойдем, пойдем. Рогач. Красота. Рогач. Да. Значит, дальше. Видишь, как много здесь места? Что-то вон какая-то штука лежит. Когда домой? Не трогать цветы. Пошли, пошли. Ну, так далеко еще. Тетя пришла. Розы растут, видишь? Тетя охраняет здесь, да? Тетя полицейский, да. Такой, ой-ой-ой. Такой звук, знаешь, что? Ну. Ой-ой-ой-ой, говорит. Да, тут цветы посажены. Вон, посмотрите. Идем. А ты говорил, что здесь никого нету. Пошли, одна машина. Ну вот, что за дядя? Купала. Семен, цветы. Соколина, чем я на открытом батькой, на дня уводами. Занимай, Беларусь, молодая моя, свой пошествий, посад международный. Молодец. Янка Купала. 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 Молодец, Купала. Видишь. Пошли, Семен. Семик. Да? Пойдем, пойдем. Да нет, только ударение немножко неправильно, да. А так все нормально. Я только ударение. Так, а мы что, в тот дом не сходили еще, да? А да, но мы еще тут походим. Пойдем лучше, кто там уже. Пошли, пошли. Давайте поскорее, я не уйдем из-под дома. Пойдем, сейчас не переживай. Ой, да, тетя полицейский ходила почему-то за памятник, да? Ты думаешь, мне что там есть? Интересно. Что там за памятником? Может, кнопка, она думаешь? Там, нет, она там что-то делала. Ага. Вязанка. А, первый раз. Там же есть еще помещение такое. А там вот дачи, видишь, мам, людей. Мама. Круть, у них там дачи, мама, и они ходят. Мама, мы были гулять. На первом, на втором. Сейчас мы идем туда, вот до третьего, походу. Мы вот так вот идем по прямой. Так. Потом там дерево. Памятник. Пятая фигня. Да. Но перед пятым четвертое. Пятое, о, шестое. Да. Седьмое. Не, это походу вот по той дорожке все. Нет. А по этой дорожке только ничего уже нету, нет, видишь? Нет, вот то, мам. Нет, там только мост. Третий. Третий, вот там здание, и пошли там дальше. Тут электричка уже, видишь? О, вот она электричка и остановка Вязанка называется. Вот здесь дача. Видишь? Пойдем. Поэтому нам нужно идти. Тут какая-то парковка сделана. Знаешь что? Ну. Да. Так, за ручку держись. О. Пойдем домой. Не, не домой еще. Сейчас пойдем. Мы еще вот так вот будем идти. Вот туда пойдем. Стой. Ну что, пойдешь смотреть, что там за памятником? Да. Ну сбегай. Аккуратненько, цветы только не по мне, и расскажешь. Может, там кнопка, ящик? Нет. А внизу? Нет.
Может, тетя должна обходить и вешать специальные брелочки? Как делают в охране. Они вешают. Ничего там не висит? Крошка, там даже ничего не висело? Мама, а? Что там? Янка? Янка купала, написано? Кто это? Пич. Написано, да? Пич. Написано. А кто это? Это Янка? Янка, да. Да. Оу. Нет, вот это помещение сына, видишь? Здесь вот лавки стоят, если, например, экскурсии выставляют, я так понимаю, что-то рассказывают. Там дети ходят, там скамейки, вон люди сидят. Дети сидят, ну. Да, некоторые деревья, видите, уже спилены. Большие, посмотри, какие деревья большие. Они просто огромные. Посмотрите, какие деревья здесь. Там, короче, есть, и там два дерева. Ой, вот два дуб дубика, какой мощный, там большой. Там два дубика без меня, обойдите. А я тут буду. Пошли, что ты ленивый уже? Не хочешь идти? Пошли, не ленись. А здесь сад какой-то сидит. Это сад, яблоньки будут. Да. Мне нравятся скамейки такого плана. Все покошено и пахнет даже покошенным. Видите, какие стволы у деревьев. И какие огромные деревья. И все это на берегу реки. Видите, которую мы переходили. Конечно, здесь дача, конечно, здесь супер место для дачи. Запах не то, что в городе. Так, ну что это за дом? Там, я смотрю, есть туалет. Это дома, где жили друзья Янки. Уже современный вон туалет. Друзья Янки? Да. Ты знаешь, ты видишь вообще-то хутор такой? Что это хутор? Вот я не помню, я ж тут была, и что это за история, кто здесь жил? Хутор – это место такое, где только одно живут в единичных этих. Ну вот одна-две семьи живут в лесу и все. Вот здесь какой-то сарайчик, видите? Классно. Богатая была семья, да? У них много земли было, да? Судя по всему. Мокрые ножки сына. Ну домик какой. Стоит уже столько лет много, да? И стоит. И все у него нормально. Ничего не разваливается в этом домике. Видите? Я тоже в детстве ездила. Даже уже не в детстве, наверное, в 11 классе я была. Ну, мы уже Настю возили туда. Когда Настя была побольше. Ну все, мы в туалет-то мы не идем по общественной. Вот и закончилось все. Но я не знаю вот про этот домик. И надо почитать про этот домик на схеме. Пойдем, да? Потому что... Нет, схему, которую мы проходим по дорожке. Что? Ножки вымочил по травке. Вот. Я пойду через этот проход. Прошка, а ты без носков, ноги у тебя не намокли? Нет. Вот так и пойду. По дорожке пойдем? Да. Возле реки не пойдем, потому что с Семеном опасно. Хорошо? Камни всякие. Здесь что? Пойдем, я вот туда вот пойду, хорошо? К лавочке пойдем. Пошли вместе, он не пойдет без тебя. Он без тебя все равно не пойдет. Это я тебе гарантирую. Ну, это вот сдача. Посмотри, вон, видишь, какое колесо наверху, Прохор? А здесь праздники проходят. У нас же летом есть праздник. Как раз. Янки купала. Вот, наверное, и будет день рождения проходить. Блин, 25 июня. Червеня. 25 червня. Ну. Получается завтра. Ну. Вот. Вот она. Видите, заборчик. И вот там. Вот здесь вот дом. Смотрите, какие громадные стволы у этих деревьев. И здесь. Ага, сейчас. Заборчик, а за заборчиком там река. Поворачивайся. Красота. Становитесь. Вон, смотрите, цветочки здесь.
Поворачивайтесь. Мальчишки, смотрите сюда. Сёма, поворачивайся. Семён. А Прохор, смотри красиво. Молодцы. Ну, рожи построить вы тоже можете. Ну, Проша. Иди меня фотографируй. Лазите. Семён, сейчас свалишься там тоже. Обезьяны мои. Мы идем у солнца с солнцем. Да? Плохо видно. Молодым поможем. Слава походам. Молодым походом. Слава батьковщине нашей и ее народам. Мы идем у солнца с солнцем, молодым походом. Слава батьковщине нашей и ее народам. Прошка, это все его сочинение, поэтому на камнях так выписали. Красавчик ты. Улыбайся красиво, язык убери. Во! Семён, тебя тоже сфотографируют. Что ты в это время делаешь, да? Посмотри на мать. Посмотри на мать. Сёма. Сёмушка. Сласти. Ну что, на этой ноте, Прохор, на этой ноте не дурачимся, а прощаемся. Вот как с детьми, да, ездить. Ну ничего, они вырастут. Они вырастут, я им покажу, куда я их возила, как они дурачились. Пусть немножко это будет в памяти, запечатлим. Так что всем спасибо, что досмотрели до конца. Я надеюсь, что вы досмотрели до конца. Надеюсь, вам было это интересно. Это действительно белорусский народный известный поэт. Поэтому, кто не знает, может изучить его творчество. Ну, а дети наши это учат в школе. Видите, как красиво солнце заходит. Усадила своих шумных детей в машину. Видите, какие у нас там поля. Вот моя машина сзади. И я. Погуляли, подышали воздухом. Показала детям историческое место. Прохор немножко постарше будет изучать Янку Купала и его произведения. Я надеюсь, он вспомнит, ну и посмотрит видео, как дурачился в это время. Маленький еще, но тем не менее. Так что на такой волне я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Спасибо, если досмотрели это видео до конца. Вот, значит, вам это интересно. Ну и всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А меня уже зовут Дети. Пока. Thank you.